Пережив войну, заслужив множество наград и будучи уважаемым человеком в Ленинском районе, Надежда Павловна Кулюшкина оказалась один на один с бедой, которая случилась в ее доме. На Заводской 14 она живет больше 55 лет и никогда не испытывала неудобств. Все было спокойно и размеренно, пока в сентябре 2017 года в ее квартире на последнем этаже в одной из комнат не началась течь. Это был первый случай, когда старая крыша дома не выдержала сильных дождей, и вода потекла по потолку. Аварию устранили, а несколько дней назад с приходом оттепели случилось новое. Я не сплю совсем, и ночью все течет, я все тряпки стелю, все. Ну, вы понимаете, что со мной происходит. Давление вчера 190, сегодня опять у меня повышенное. Потому что ночью вроде перестала течь, а сейчас опять. И поэтому меня все трясет. Давление страшное. Сейчас вся комната заставлена тазами и ведрами. По полу расстелены пеленки, а на подоконнике лежит ветошь. В такой обстановке Надежда Павловна живет с пятницы. Новая протечка образовалась во второй комнате. Сын пенсионерки тут же вызвал техника, который лишь составил акт. Никаких действий более предпринято не было. Юрий Кулюшкин решил сам сходить на чердак и попытаться разобраться в ситуации. Посмотрел, оказалось, что... Потолок над нами, а у нас здесь перекрытие не железобетонное, деревянное, вот, насквозь пропитано. Но единственное, что минусовая температура, значит, лед. Но, тем не менее, с ручеек бежал с крыши по внутренней части. Сейчас, когда с теплом вчера, уже течь начала основательно. Все это время Юрий не перестает обращаться в разные инстанции. Правда, результата нет. А пока проблему он пытается решить самостоятельно. Ежедневно с чердака выносит по 5 ведер с водой. К ситуации подключился и сосед, член общественной палаты Ленинского района. Совместно, я думаю, что этот вопрос нужно решить, потому что она заслуженная. 9 лет пошла во время войны работать, 15 лет получила медаль. И вы знаете, очень душевная и очень хорошая женщина. Я ее люблю и стараюсь, и при помощи вас тоже помочь ей. И пока причину протечки не устранят, положение с каждым днем будет только ухудшаться. Ведь хоть и запоздавшая, но настоящая весна и обильное таяние снега не за горами. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Евгений Садовский. Видное ТВ.